Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Сегодня мы продолжаем играть в игру PAL World. У меня уже 190 день, как я живу вот в этом мире. Это моя база, это башня, которую я хочу подпалить, и она будет сверху вниз гореть. Как такая большая спичка, большой факел, который видно издалека. Но это не в этой серии. Сегодня я хочу пойти... Все же мне не терпится. Я думал сначала поубивать всех-всех боссов, которые есть на карте. Их тут уже, в принципе, мало осталось. Тут буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 боссов. Это, в принципе, то, сколько мы уже убили, и то, сколько осталось, это совсем мало. Но мне не терпится пойти убить Джет Раган. Не Джет Драган, а Джет Раган. Он, по идее, самый крутой летающий. И я хочу как бы его оседлать. Но для того, чтобы его оседлать, нужно 50 левел. Сейчас я оседлал своего красавца. Основного боевого пала. И я вот теперь понял, как это быстро летать. Прошлый мой пал, вот тот и ледяной такой, типа, на котором я отлетал очень-очень много времени. По ощущениям, он, наверное, медленнее раза в два, наверное, как минимум. Короче, когда ты одеваешь более быстрого пала, начинаешь использовать более быстрого пала, то, как бы, перелеты от точки до точки... И не вызывают и такое мучение, как раньше. Теперь ты сел, отлетел и прилетел куда нужно. Все это плюс-минус более-менее с адекватной скоростью. И это все как бы комфортно. Комфортное перемещение, я бы так сказал. 60 легендарных сфер есть. Возможно, даже не получится его поймать, но... Как бы сегодня будет первая попытка. Я думаю, должно получиться. Итак, погнали. Наверное, вот с этой точки полетим. Ой, здесь жарко. Это плохо, потому что у меня броня от жары. Она хуже, чем броня от холода. Итак, нам туда лететь. Да, нам туда лететь. Сундучок. О, он красный. Я думал, он обычный. Какой-то рецепт. Пистолет синий. Зачем мне синий пистолет, если у меня есть легендарный пистолет? Так, а это похоже на большое яйцо. А если оно большое, что это означает? Это означает, что оно синее. Не, это зеленое яйцо. Да, зеленое. Синие они... Немножко больше. Даже по земле этот пал, и просто не знаю, как Феррари, как Формула-1. Кнопку газа нажимаешь, он просто рвется в бой. Так, еще одно зеленое яйцо. У меня уже сумка этих яиц. Вот еще одно... Такое же... Не, это, походу, белое. Да, это белое обычное. Короче, по размеру видно, где какое яйцо. Это тоже белое обычное. Ну, я так забираю. Жадность. Конечно, эти палы уже нафиг не нужны. Уже бабла столько, что и бабло уже девать некуда. Да, блин, еще одно яйцо. Тут что, не знаю, как-то яйца разбрасывали. Вот еще одно яйцо. Вот еще одно яйцо. Я два яйца вижу, у меня два места осталось. Так, это обычное не надо. И там обычное не надо. Короче, будем зеленые забирать, белые обычные выкидывать. Вот еще одно обычное. Тут не знаю, что-то
Очень много яиц. Так, и где мы там? А, до босса мы еще не долетели. Ускоряемся, ускоряемся и полетели. Вот еще одно яйцо. Ха-ха, блин, я офигею. Сколько здесь яиц? Тут такие типа ступеньки к боссу, да? Бух. Пещера, данж. 45-го левела, да? А, 40-ая. Вот еще яйцо вижу одно. По этим локациям я просто не летал. Вот он, Jet Dragon. Я думаю, мы его должны по идее... Он что, сагрился на меня? Куда он полетел? Он тут типа по кругу летает или как? У меня пал проголодался. Так, садимся. Ну, и куда он летел? Сейчас, так. Легендарные сферы поставлю. Все, к бою я готов. Ну, с Богом. Что-то он пипецки сильный, ребята. Блин, я мало пала взял. Думал, мне два пала хватит. Понятно. Я сдох. Понятно. Ну что, будем знать, что этого Джета Рагана не так-то легко ее убить. Точнее, его совсем не легко убить. Надо левел подкачать, да броню хорошую сделать. Огненная броня на следующем левеле появляется. Вот, по идее, она мне должна и помочь его убить. А до следующего левела еще качаться, качаться и качаться. И качи стало пипецки скучный, пипецки неинтересный и пипецки медленный. Здесь жарко. У меня брони против жара нету. Могу не успеть долететь и броню поднять. Ну, сейчас попробуем. Вот с этой точки. Тут вроде бы должно быть. Здесь тоже жарко. Куда ты кинул? Ё-моё. Что это было? А, у меня же парашют аниме. Ну, ё-моё. Так. Где это телепорт? Я сейчас сдохну. А если я возьму птичку не эту, а вот эту? Не, все равно жарко. Блин. А как мне забрать мешочек свой? А здесь есть какой-то способ лечения? Там типа зелье лечения или какая-то еда, которая лечит. Я вот не знаю, я вроде бы не находил такого. Мне поспать надо. Когда спишь, вроде бы быстрее хп регенится. Но это не точно, да? Не, да, быстрее регенится. И чтобы она еще лучше регенилась, нужно, наверное, сейчас так, БЦ. Эту кровать убрать.
И там есть более крутая кровать. А, я ее не прокачал. Ё-моё, технологии. Где-то была более крутая кровать. Я ее не прокачал, наверное. Сейчас и поищу. Что-то... Что-то не вижу. Возможно, это мебель. Не, здесь кровати нету. А где я кровать крутую видел? Короче, зря я кровать разобрал. Вроде бы где-то видел, но не помню где. Так, я поспал. Хорошо. ХП полное. Идем, короче, попытаемся забрать свой мешок. Садимся на пало и быстро-быстро летим, чтобы не успеть и сгореть. Так, нам туда куда-то лететь. Почему он не отображается? Вот куда мне лететь? Ни мини-карте, на компасе нет указателя. Надо большую карту открывать и смотреть. Блин, судя по тому, как у меня отнимается ХП, я не успею долететь. Потому что здесь не близкий путь. Уже пол ХП нету. Я еще даже пол пути, наверное, не пролетел. Вон, видно луч. Никак не успею. Ну, ё-моё. Че, я сдох? У меня еще пол ХП было. Точнее, ХП 500 было, наверное. Я что-то сдох. И пал мой сдох. Странно. Очень странно. Можно какую-то броню сделать по-быстрому против огня. Вот эту галимую с обычного железа. Давайте сделаем ее. Возможно, она нам поможет. А, у меня и пал еще сдох. Ну, ох! Что-то меня это начинает бесить уже. Все пошло не по плану. Короче, броня готова. И смотрите, прикол. На мне шлема нету. Но если посмотреть на мои ноги, на земле, у меня под ногами есть шлем. Хе-хе. Глюк, бах какой-то. Так. Тот пал у меня дохлый. Основной летающий. Полетим на другом. Потому что пока я дождусь, что он воскресится, это слишком долго. Мне проще уже на этом долететь. Забрать и вернуться. Летел, летел, и дерево плодами нашел. И это плохо. Знаете почему? Потому что все, что там в сумке, оно у меня в сумку не влезет. Надо будет кое-что оставить. И скорее всего, что это будут яйца. В прошлый раз я летел, наверное, я летел над лавой. Тут просто есть места, где над лавой пролетаешь, и ты начинаешь гореть. Я вот, наверное, где-то здесь и пролетел. Меня зацепила эта лава, и я вот сдох. Не долетел в первый раз. Так, я подлетаю. Вон он стоит. Такой с виду вроде бы маленький, безобидный, даже миленький, красивенький. О-о-о-о-о. Или он не агрится сам? Так, он улетел. Наконец-то до мешка до сюда добрался. Да? Так, X. А что, все влезло? Ну вот, не все влезло, я же говорю. Все не могло влезти. Так, еда сюда. Ну, короче, вот обычные яйца остаются. Хай здесь лежат. Мы полетим к
птичке домой. Фух, долетел. Как же это медленно. На этом летающем пале. Это как будто целая вечность была. Так. Плоды сюда. Этот чертеж на пистолет мне не нужен. У меня здесь уже целый склад различного барахла. Короче, контейнеры. Сюда я скидываю все барахло, которое я не использую. Вот, допустим, так, 105. О чем разница? Так, синюю оставляем, а белую сюда закидываем. Короче, здесь будет все барахло валяться. Ну, потому что продавать смысла нет, оно стоит все копейки. Поэтому чего его продавать? Хай, ну здесь у меня так для коллекции валяется на моей базе, типа базе. Конечно, палы такие большие у меня по базе бегают, вообще капец. Что по яйцам? Угу. Еще в процессе вылупления. Итак, если у нас не получилось с Джет Драгоном, то пойдем бить и по списку. Начнем. Анубис. 47-й левел. Отлично. Вот только заберем нашего летающего пала. О, все. Отлично. Букву С нажать не могу. Отойди. Отойди, будь ласка. О, нажал. Идем бить и Анубиса. Можно броню получше одеть. Здесь мы от жары не страдаем. Можно два ожерелья на атаку одеть. И летим. А нет, здесь жарко. Так, тогда рубашку от жары одеваем. О, одной рубашки хватает. Смотрите. Счастливый. Так, только ты же не убей его. А то я знаю тебя. Так. О, отлично. Синими свермями поймаем даже его. Их много. Шанс 20%. Это счастливый сви. Не свипа, а просто сви. Отлично, поймали. А вы что здесь третесь, чуваки? Погуляем вот так вот. Хе-хе. И все. Никого нету. Тут на горе был... Так, на горе была база браконьеров. Кто там в клетке, посмотрим. О, пал статуя. Как я уже говорил, у меня прокачанная полностью. Уже запасных я насобирал 18 штук. Так, там какой-то розовый зайчик, да? Ну, давайте его спасем. Тихо, тихо, не стреляйте по мне. Не надо, ребята. Секундочку. Вот так вот. Все, никого нету. Обожаю этот скилл. Называется ворваться на дискотеку. Типа с ноги. Открываешь дверь и заходишь. И там играет какой-то клубняк. А ты заходишь с шансоном. Золотые купола. Снизу тоже база бандитов.
Так, там не... Короче, ну его нафиг. Идем бить этого Анубиса. Где он здесь? Где-то рядом. Где-то рядом. Так, мы у цели. Вот он, да? А, так секундочку, я сейчас сделаю как? Смотрите. Нажимаю раз. Спала, спускаюсь. Он нажимает еще раз. Короче, двойной скилл получается. Ха-ха, так типа, иди сюда, come on, baby. А меня-то чем бить? Меня бить не надо. О, еще раз такой скилл. Кого-то зацепило. Ахаха, не успел. Сейчас же убьет его, я ж поймать его хочу. Да, я 24%. Не уворачивайся, пожалуйста. Эти шары очень ценные. Все, Анубиса поймали. У нас не помещается. Вот так. Удалить. Удалить. Гранату удалить. О, сумка забитая. Я же говорил, мою спичку, которая на базе, ее отдалека видно. Вот она. Вот ее хочу зажечь. Вот сюда телепортироваться. И так отдалека смотреть, как она горит. Летим домой. Надо поспать. И нужно сумку разгрузить. И потом пойдем кого-то еще босса убьем. Всем, ребята, доброе утро, просыпаемся, и начинается у нас новый день. Всем хорошего настроения, продуктивного и успешного рабочего дня. У меня 3 яйца вылупилось. Открываем наши киндер-сюрпризы. Вау! Астегон! Как это было неожиданно, ребята! Это был сарказм. На базу нападают. Класс! Люблю, когда на базу нападают. Только не люблю лет... О! Пацаны. Вы будто под заказ пришли. Hello! Что я промазал? Садимся. Как-то плохо я скиллом ударил. Блин, скилл долго кадешит. Он дракон какой большой. Ожидает атаки вашей. Так. Давай. О! Это было уже гораздо красивее. Согласитесь. Там один чувак добежал. Ну, чё его не бьют? Все, его разорвали на куски. Раньше я вот и боялся этих атак на базу. Теперь я просто кайфую от их.
слезть спала. Просто кайфую от их. Мне так нравится, когда они меня атакуют. Открываем следующее яйцо. Бух, Астегон. Бух, Астегон. Ну, это я, чтобы, типа, собрать и коллекцию. Ну, не коллекцию, а штук 10, чтобы это... опыт получать. Потому что бегать и качаться такая скукотища. Так я вот начал делать яйца тех палов, ну, за которые еще можно получать опыт. Кого пойдем еще бить? Динасум Лакс. Давайте. Почему бы и нет? Ух ты, я нашел офигенную точку с углем. Раз. Это камень, да? Короче, два камня. Три камня. Четыре камня. Пять. А, короче, тут, если базу по центру поставить, то, короче, камней куча. Он даже металл есть. Уголь есть. Короче, три руды в одном месте. Ну, металла, конечно, мало, но камень плюс уголь. Отличная точка. Даже, ребята, смотрите. Координаты 562 на 439. Вот. Данное плато для базы, для камня и для угля и для дерева. Тут дерево порубают, камень пособирают, уголь пособирают, и вот и база для трех ресурсов. Было бы здесь бы металла больше. Даже для четырех ресурсов. Даже металл есть. Ну, ее, конечно, мало очень, но все равно он есть. Не зря здесь эта полстатуя стоит, чтобы мы ночью летели и отдалека данную точку заметили. Я бы даже свою вторую базу сюда перенес бы. Но уже не буду. Мне это уже не интересно. Подлетаем к боссу. И что-то его не вижу. Блин, неужели он в пещере где-то? Ох, ё-моё, ненавижу этих боссов, которые в пещерах. Потому что нужно вход в пещеру искать. Где его искать, и фиг знает. Иногда это легко сделать. Ну, типа, вход найти в пещеру иногда легко. А иногда я долго летаю и не могу найти. Короче, нужно смотреть отдалека какие-то строения. Там забор, какие-то ящики, какой-то факел стоит. И, скорее всего, возле этих строений и есть вход в пещеру. Вот что-то похожее я вижу. Да, вот деревянное строение, вот какой-то забор деревянный. В принципе, мы быстро нашли эту шахту. Заходим. Заходим. Даже врываемся, врываемся на дискотеку со своей музыкой. Золотые купола. Нажимаем Е, нажимаем С. Слазим с пала. Он повторяет скиллы эти. И все, у босса пол хп нету. Ого, какая там масуха у него была. Промазал. Так, вот только сейчас не убей, пожалуйста, его. Отлично.
Ладно, кидаем. Не-не-не-не-не-не. Кидаем, не то кидаем. Так, второй шар пошел. Так, не получилось. Третий шар пошел. Четвертый шар пошел. Пятый пошел. Шестой пошел. Шесть шаров. Блин. Все в сумку не поместилось. То, что с его выпало. Семена помидоров. Ну, их можно, думаю, не поднимать. Какой здесь красивый потолок, посмотрите. Итак, сегодня все. Продолжение наших путешествий в этом удивительном мире вы сможете посмотреть завтра в 18:00 на этом канале. Всем пока, всем удачи!